Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Давай-ка посмотрим. Таникалагриус до сих пор у нас не закончил свою эволюцию. Очень долго она, кстати, идет у нас, очень долго. Зато здесь созрели Унайзавр. И кто у нас там последний-то? Так, давай заберем еду. Кстати, сразу же активируем. И Кевеке, да? Тоже его помещаем. Все. Так, я деньги не успел собрать. Ладно, сейчас по-быстренькому это сделаем. Тут, по-моему, как-то громковато. Все наши вышки сейчас проюзаем, чтобы большую часть монет собрать. Где-то вот тут у нас еще, по-моему, скрай... О, территория. Есть, друзья мои, 57 уровень. Ну что, неплохо. 57 левел. Замечательно. Так, тут тоже заюзаем. Ну, в принципе, остальное пускай пока будет так. Пускай пока будет так. Ну что, заберем награды. Здесь открыли 3 набора карточек. Так, совершить сделку. Ну давай посмотрим, что нам тут предлагает. Еду в обмен на музей. Бред полный. Вертолетная площадка. Обменять на монеты. Не вижу смысла. Фигура велоцираптора обменивается на 9 ДНК. Бред. 23 миллиона монет обменять на 12 миллионов еды. Не знаю. Мне кажется, это неравноправно. Я вот здесь вот, пожалуй, обменяю на очки доверия, наверное. Пускай будет так. Что у нас тут? Еду, моды. Ну, все это мы сделаем. Давай-ка мы следующее. Так, ускориться же там надо было, да? Сейчас попробуем сделать 3 ускорения. Так, помещаем Тодзю на место. Дальше у нас Аргентинозавр. Его тоже помещаем. Так, что у нас тут? Забрать. О, неужели мы еще и пак? Да, ребята, нифига тут. Ну, спасибо за такое количество ДНК. Очень даже неплохо. ДНК всегда пригодятся. Так, ну что, посмотрим. У нас, во-первых, схватка готова, где мы получим 3750 ДНК. А кого мы тут должны победить? Диморфодона, Птеранодона и Тропиогоптера. И все они 30 уровня. И все они... летающие, да? Значит, нам нужно сделать следующее. Возьмем уэрхозавра, апатозавра и, наверное, еще одного апатозавра. Ну что, попробуем. Я думаю, что мои, в принципе, травоядные должны с ними справиться. Причем довольно легко. Начнем с атаки. На тебе хвостом. Половину хп сразу снесло у него. Как ветром сдуло. Две атаки. Угу. Это все, что он готов был сделать. Ну что, вырубаем и берем дополнительные очки. Так, Птеранодон появляется. Ну, как ты видишь, 205 к атаке идет. Завалить у него не получится. Нас, а вот нам. Раз, два, три, четыре. Так, минус. И остается последний. Но здесь, правда, гибрид уже. Тропиогоптер, 285 к атаке. Скорее всего, нас здесь победит. Но у нас есть апатозавр, у которого 305 к атаке. Это, конечно, ребята, мало. Но, скорее всего, да, вырубили. Ну что, друзья мои, такое вот легкое было у нас событие. Это мы с тобой, естественно, за то, что получили уровень. Ну и 3000 там с лишним ДНК мы забираем.
Так, следующий будет 38 уровень. Точнее, 58, извиняюсь. И кто там у нас? Леоплевродон будет разыгрываться. Окей. Возражений никаких нету. Давай посмотрим, что у нас по событиям. Схватка редких, визит важной персоны. И все? Ну, что-то вообще как-то слабенько. Что за схватка редких? Значит, тираннозавры плюс остапозавр. Блин, а у меня из редких нету, да? Рептилий. К сожалению. Ну, раджа... Не знаю, раджазавра сюда одного выставлять? Я думаю, что нет смысла. Да. Так, подожди-ка, мы с тобой здесь-то еще не завершили. Все. Так, хавчик, хавчик. На кого же нам потратить? Мы прокачали или нет? Птеродактиль прокачан. Вот, птернодон. До 40 уровня. Твою налево. Не хватает буквально чуть-чуть. Сколько? Ну, где-то соточки, да? Соточки. Жаль. 100 тысяч еды нужно. Так, принять ПВП сражение, собрать моды. Давай моды заберем. За деньги. Поехали. Так, Блю, что ты нам дашь? Что ты нам тут подкинешь? А выдает он нам несокрушимость. Это первый. Первый пак. Дальше. Поехали. На второй рулетке нам выпадает отвлечение. Ну и давай редкий тогда уже зарядим. Ай-яй-яй, я думал, сейчас выпадет. Пронзающий укус. Все, здесь мы тоже завершили. Так, ну что, нам нужно будет принять 3 ПВП сражения и плюс канезойку. Поэтому я, наверное, сейчас начну именно с канезойской эры. Так, ПВП. Поехали. Раз, два, три. Кстати, Гастурниса можно тоже будет попробовать соединить, скрестить. Он будет 20 уровня у нас. Так, Мегистокур, Сумчатый Лев. Ну, в общем, все как обычно. Начнем с атаки. Блин, Сумчатый Лев, конечно, меня немножко сейчас будет расстраивать, потому что он 100% на него поменяется. Мне кажется, это громко как-то. Но он меняет. Вот он, Сумчатый Лев. Против него мы поставим Паноктуса. Вот так я сделаю. Испугается ведь, 100% убежит. Нет. Ох ты жук. Ну что, я предпочитаю сделать две атаки и, наверное, два бонуса. Сумчатый Лев отдупляется. Мегистокурус. Ну, атаки-то у него прилично. 479, почти 500. Меняется. Опа. Энтеларакс. Это было, конечно, борзо с его стороны. Выходи сюда. Я, наверное, все солью. Все, этого шитика мы завалили. 719 к атаке. 5 очков действий. 2 сольет, 3 останется, получается, да? Хорошо, хорошо, я тебя понял. Ну что, рискнем?
готов. Да выпендривался одним словом. Ну что, ребят, ПВПшка довольно неплохо прошла у нас. Приз любителя, что нам тут выпадет? 40 очков доверий. И еще разочек крутанем нашу рулетку, так скажем. И здесь выпадает нам еда. Ладно, заберем здесь награду. Но нам нужно еще два ПВП сражения сделать в любом случае. Два ПВП сражения без ограничений. Давай посмотрим, что у нас за визит важной персоны. Крутозавр плюс Престозух. А здесь кто такой? Секундононтозавр. Ну что я могу предположить? Здесь взять можно... Блин, Диплотатор будет, наверное, слишком слабенько. Давай возьму Нундагозавра сюда. А вот против Крутозавра и Престозуха можно... Можно взять птеродактиля нашего. Я думаю, он справится один. Даже можно не так сделать. Нет, это будет слабо. Ладно, возьмем птеродактиля. И в противовесик возьмем, наверное, еще вот Тропегоптера. Поехали, посмотрим. Визит важной персоны, ребята. А где разыгрываются очки доверия? Начну с атаки. Ну, понятное дело, что он сейчас будет 100% меняться на Крутозавра там или... Видишь, 1238, как тебе такой расклад? Круто, да? Я сделаю вот так и вот так. Пускай он меняется. Подожди, меняется. Он, наверное, сейчас бомбанет. Ты прикинь? Ты прикинь, что он сделал? Окей. Раз, два. Раз, раз. Так, ну давай посмотрим, что у нас Крутозавр. Он слабее, в разы слабее, да? Ну ты сам видел, что он сделал. Так, так. И вот так. Ну что, Крутозавр, готов? Ну, посмотрим, что этот парень сделает. Этот парень ничего не стал делать. А мне кажется, зря, потому что сейчас я его просто раскочепарю. Причем в легкую. Да выпендривался одним словом. Но это был только первый поединок, поэтому переходим плавненько на второй. Зухариптер, Глиттронакс и Тупуксуара. Значит, здесь я возьму, наверное, Анкилодока. Против Глиттронакса нужно взять... Блин, я офигеваю, ребята. Неужели брать Нундагозавра опять надо? Кстати, у нее два летуна. Поэтому здесь... Блин. Сколько ты стоишь? 159. Ё-моё. Иди Морфодона, что ли, брать? Иди Морфодона и Раджастигу. Глиттернакс. Офигеть, у него тут атаки, конечно. У меня как бы особого выбора нету. Против двух летающих мне нужно противовес поставить Глиттернаксу. Но у меня нет альтернативы. Раджастег, если только. Просто не знаю, что сделать. Ладно, берем Раджастегу и берем Эдю Морфодона. Ох, я не знаю, что у нас из этого получится всего.
Я боюсь просто, что... Блин, а он у меня еще не прокачанный, а на килодок. Надо будет как-то запомнить это, что... Он сейчас поменяется на Глиттернакса. Вот 100% тебе говорю. Жесть, конечно. Еще и атаковать будет? Нет, атаковать он не стал. Если я возьму... Блин, он разнесет его в хламину просто. Проверим. Просто проверим. Ёк-макарёк, ты серьезно? Пипец, ребят, приплыли. По-моему. По-моему, приплыли. Ага. Но тут вот так только приходится делать. Других вариантов просто нету. 6 очков действий. Вот как мне теперь с ними тут справляться, а? 6 очков действий, 4, 2 оставил на себе, да, получается? Значит, раз, 2, 3. Вот так попробуем. Ага. Так, Тупуксуара 440. Блин, он сейчас 5. По-моему, нас, ребята, бомбанул здесь. Оу, щет, ребят, нам повезло. Нам повезло. Все, до свидания. Тупуксуара, да, я думал, что сейчас бомбанет. Но все-таки анкилодок оказался сильнее. Ну и еще повезло, что у нас была все-таки одна защита стояла. Так, и последний поединок. Эоламбия какая-то здесь. Так, ну крутозавр. Против этих можно взять вот так. Это однозначно. А вот Эоламбия. Ну, даже если... Блин, Идиоморфодон, наверное, тоже придется вернуть. Даже сделать надо будет так. Идиоморфодон, потом вот так. И... Эоламбия. Мне почему-то кажется, что Спинорептор вполне, ребят, справится. Как ты думаешь? Или брать Раджастегу? Не хотелось бы, если честно. Давай так попробуем. Давай так попробуем. Значит, что у нас тут? Ну, начнем вот так, пожалуй. С бонуса. Меняется. Ё-моё, 1580. Фига тут расклад. Бомбануть, что ли, по нему, а? Я, наверное, рискну все-таки. Это я удачно рискнул. Ну, а дальше все как по маслу. Этот нас, конечно, бомбанет. Базара нет. 1200, извини меня, 57 к атаке. Угу. Раз, два, три. Поехали. В труху просто его стираем. И крутозавр. Ничего у него не выйдет. Блин, вышло. Вышло. Ну да ладно. Не зря мы с тобой перестраховались. Взяли Эдиоморфодона. Вот тебе и победа. Вот она, долгожданная победа. Ребят, только одно событие прошли, прикинь. Это лишний раз говорит о том, как все-таки здесь сложно и жестко все идет. 800 очков дверей. Оно того стоило, на самом деле. Почти 7000.
Шикарно. Что там опять, а? Что там опять? Кто? Кто у нас там сопротивляется? Апатозавр? Вечно ему что-то не нравится. Так, а нам нужно, по-моему, по ежедневкам еще сделать два поединка. Два ПВП боя. Давай-ка мы, наверное, сыграем с тобой в водную. Раз, два, три. Поехали. Да, доллары здесь как вода, ребят. Ты их получаешь, они сразу же тратятся. Сам видишь, да? За откат элитного динозавра берут от 100 до 250 бакинских просто за один бой. Других вариантов нету. Слушай, отлично, нам повезло. Гигантский артакон против лептостеги. Я сразу, естественно, бомбану. Оставляю 450 хп. Ну, что он сейчас поменяется, но смысл я не вижу. А вот теперь вижу. Вот теперь я вижу смысл. Угу. Давай вот так вот я сделаю. Блин, перехитрил меня все-таки, а? Будет бомбить или нет? Нет, он меняется. На лептостегу. Чем-то все мурыжит мне мозги, а? Только не вылетай, игра, а, пожалуйста. Так, друзья, у меня вылетела игра, но я как посмотрю, почему-то у меня нету продолжения этой схватки. Ладно. Давай хоть посмотрим, ее засчитали мне вообще или нет? Нет, не засчитали. Да. Ладно, попробуем еще одну сыграть. Раз, два, три. О, надеюсь, сейчас все пройдет гладко. Оно мало то, что вылетело из игры, так я еще и не зайти не мог очень долгое время. Понимаешь? То есть мне минут 20 все время нет соединения с интернетом, нет соединения с интернетом. Я тут пыхтел до последнего. Так, ну что, я думаю, наверное, возьмем с тобой бонусные очки здесь. Рискнет, интересно, атаковать меня Лея Сихтодон? Или все-таки испугает? Нет, он меняется. Он меняется, он берет Кайвакея. А этот уже не испугался и начал бомбить. Я думаю, что это большая его ошибка, конечно. Есть чем ответить? Есть. И я, пожалуй... отвечу. Ага. Сразу хвост подожмет, будет меняться. 100% говорю. 670... А, 687 к атаке. Ну, у нас, опять же, только лишь... Тилозавр. Да, тилозавр может, в принципе, неплохо противостоять. А вот хватит ли нам мощей бомбануть? Да, нам хватает. Замечательно. Так, сколько у него? Три. Три очка 10. Как он их потратит? Я сомневаюсь, что он будет меня атаковать в лоб. Нет, все-таки решил, ребят, решил атаковать. И, в принципе, у него получилось. А вот как мне теперь быть? А мне только лишь вот так, наверное, брать Артакантуса и все сливать подчистую. И то, наверное, мне не хватит пробить его, да? Или хватит все-таки? Хватило. Тем паче. Так, Кевике. Сколько он будет сливать? Ну, ему достаточно две атаки слить. А знаешь, что я тебе скажу? Если он сейчас все это сольет... Мы его бомбанем. У него всего лишь 114 хп. Даже если он возьмет две защиты, это ему не поможет. Вот об этом я и говорил. Замечательно. Ну, здесь победа за нами. Очень все классно. Так, ну, насколько я знаю, нам еще нужно с тобой сделать один ПВП бой, чтобы забрать ежедневную награду. Так, приз любителя, что он тут выпадает? 375 ДНК. Итого уже 30 тысяч. Давай еще разочек крутанем. Посмотрим, что нам выпадет здесь. Еда. Я бы, конечно, 100 долларов бы хотел больше получить. И получается, нам надо еще один ПВП поединок. Можно
канозойку даже сыграть. А лучше... Нет, канозойку все-таки. Возьмем так. Так, и Индрикотерия. Глянем, кого тут нам поставят противовес. Слушай, может быть, поставить все-таки Гасторниса нам на улучшение? Вот что скажешь? Стоит делать или нет? Угу. Он входит в первом. Что он будет делать? Мой ход. Ну, я, наверное, бомбану. Да. Сейчас уничтожат меня, Гасторниса. Ну что же, а мы уничтожаем его. На-ка. Вот здесь похуже. Так, я вот не знаю, Индрикотерий у нас имеет классовое преимущество? Или не имеет? Сейчас посмотрим. О да, о да. Еще какое преимущество, друзья. Ну что, две атаки, я думаю, будет ему за глаза и за уши. Так, и вот так сделаем. Подожди, зачем я одну защиту поставил? Ё-моё. Хотя, подожди, и сколько у него там? Три? Четыре. Но ведь он же не знает, сколько у меня здесь расставлено. Отлично. Он всего лишь одну атаку, да, потратил. Ну что, я рискую. Ау, хотя должны пробить. Е. Я уже думал, что не хватит нам продамажить, но все-таки мы его пробили. И получается, что мы выполнили это задание. Сейчас только приз умельца заберем себе. Умельца. Нет, чтобы 300 дать, а? 60. Типа, обойдешься и малым. Ну, ничего сделать не могу. И еще разок крутанем. И выпадает нам денежка. Так, и забираем с тобой награды. Деньги, еда, 40 долларов и летучая карусель. Кстати, по поводу летучей карусели и всего того, что мы накопили. Давай-ка мы расставим. Так, мы выполнили все ежедневки, нас поздравили с этим. Теперь давай, у нас, короче, на рынке пасхальная статуя Дода. До 8%, ребята, идет улучшение. Нафиг мне сюда-то ее ставить, мне не надо здесь. Давай куда-нибудь в центр. Куда-нибудь. Вот этот флаг, наверное, уберем. Так, подожди, флаг вот этот вот убрать надо. Это вообще ни к силу, ни к городу. Вообще можно его продать. Ну ладно, я его уберу, так уж и быть. Так, заходим на рынок. Разместить. Ну, я считаю, неплохо, ребят. Здесь он будет вообще идеально смотреть. Смотреться вот так вот. Угу. Еще что у нас тут? Пагода в саду. У нас аж 5 штук их. 10%. Ничего себе, а он большой фонтан этот. Подожди-ка. Фонтан он сам по себе, что ли? Нет, он дает 10%. Так, вот аттракцион вот этот вот можно влепить. У нас их дофига этих аттракционов, если честно. Я даже не знаю куда, можно как-то вот тут вот поставить их отдельно. 4 штуки прям. Вот, пускай они здесь и стоят у нас. Дальше. Что у нас тут еще есть? Сад, ручеек, тропический бульвар. То есть чудесный лабиринт. Ну, например, я его поставлю сюда. Это все у нас, что приносит деньги. Дальше, фигуры, пагоды.
Можно пагоды поставить. Аж, я не знаю, ребят, 4 штуки вот так вот. Так. Так, и вот сюда. Еще, что ли, одна есть? Вот, а внутрь поставить, естественно, лучше что-нибудь такое с бонусами. Понимаешь, да? К чему я? Так. Вот. То есть уже 20%, ребят, будут они приносить нам выручки. Дальше идем. Летучая карусель. Их можно прям вот... Да, прям вот так вот рядышком поставить. Она одна только была у нас. Хорошо, место раскопок, открытие. Я думаю, никто не будет против, если мы разместим ее вот сюда. Тоже на нее бонус распространяется. Так, дальше. Вертолетная площадка, тропический бульвар, сад, ручеек. Ну, тропический бульвар. О, прям как тут и был. Очень хорошо вписывается. Дальше. Вертолетная площадка. Фига, она какая здоровая. Ну, давай мы ее тоже сюда влепим. Пускай она стоит. Дальше. Сатручок всего 5% дает. О, но если он сюда вмещается, почему бы его сюда и не поставить? Пускай стоит этот сатручок. Статуя трицератопса. Я думаю, здесь она лишней не будет. Пускай стоит. Фигура вел... Ну, тут остальное, ребята, 2%, 3%, 3%, как бы, ну... Ну, особого дохода она приносить нам не будет. Ладно, поставим просто, чтобы хотя бы они стояли. Флаг... Ну, флаг что? Ну, давай флаг туда вон поставим. Пускай будет стоять там. И еще одна фигура велоцираптора. Можно ее вот сюда куда-нибудь поставить. Фонтан. Вот так вот. Сюда бы еще, конечно, бы поставить бы эту сбор, которая идет, ну, дает нам собирать. Но она, по-моему, не продается, насколько я помню. Да, ее нету, к сожалению, в продаже. Это плохо. Памятник Джону Хэммонду. Кстати, я памятник куда-то же поставил. Кто-то меня просил, поставь, говорит, памятник. Я его влепил, ребят, правда не помню, где он стоит. Так, что у нас? Студия 97 Бакинских. Так, тихо, тут у нас награды еще не собраны, оказывается. Мы этот будем ставить или нет? Давай поставим, там у нас остался, по-моему, скафагнат и... Что-то вообще ни с того ни с сего просто вылетела игра на ровном месте. Блин, они меня сбились. Что я там? Что я хотел сделать-то? Тьфу ты, вылетело все из головы. Ну, однозначно здесь мы играть не будем в легенды, потому что у меня уже легенды все потраченные. А, все, вспомнил. Я же хотел поставить... Кого-то выводиться. Давай глянем. У нас с тобой, кстати, 30 тысяч ДНК. Тиранодона явно я не буду. Тиранозавра я тоже не буду. Может, Индоминуса? Или Карнораптора? Блин, мы так замучимся. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Где у нас... Гибриды. 29 тысяч. Ну что, я, наверное, поставлю. Пускай выводится. 6 дней, 23 часа. Как тебе такой расклад? Почти неделю он будет у нас выводиться. Так, и будем закругляться. Я уже денежку соберу за кадром, как говорится. Так что, ребятушки, всем пока. Всем удачи и до новых скорых видосиков.